600 миллионов рублей для хоккейной «Лады». Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина – чемпион американского континента. Баскетбольная «Самара» в шаге от чемпионского титула. В очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги «Самара СГО» в гостях уверенно переиграла «Химки» Подмосковье. Уже после первой половины разница в счете в пользу экономистов равнялась 20 очкам. В третьей четверти стало ясно, кто хозяин на паркете – 73-52 в пользу гостей. В финале поединка самарцы успокоились, но нить игры химикам не отдали. В итоге победа «Самары» – 85-67 и уверенное второе место в турнирной таблице. В Сантьяго, Чили, самарская дзюдоистка Ирина Заблудина выиграла открытый турнир «Пан Америка». Она победила в весовой категории до 57 килограммов. На пути к золотой медали Ирина выиграла 3 схватки с американкой, англичанкой и испанкой. 2 Заблудина завершила досрочно броском на япон. Эта победа повысила олимпийский рейтинг самарской спортсменки. Ирина Заблудина уже принимала участие в Олимпиаде в Лондоне и сейчас ведет активную подготовку к играм в Рио-де-Жанейро. Финансирование хоккейного клуба «Лада» в следующем сезоне континентальной хоккейной лиги сохранится на прежнем уровне, а именно команда получит 600 миллионов рублей. Руководство «Лады», областной министр спорта Дмитрий Шляхтин и губернатор Самарской области Николай Меркушкин решило, что деньги поступят из губернской казны и от спонсоров. После возвращения в элиту европейского хоккея «Лада» в КХЛ заняла 11 место в Восточной конференции.